Я сейчас хочу приготовить десерт из творога шоколадный. Творог уже у нас насыпан 200 грамм. Вот такой. 3 чайные ложки сахара насыпем. Вот столько вот у меня молока. Дальше берем сметану. И чайную ложку какао. Закрываем крышкой. Взбивать подольше, чтобы оно было гущенькое. Вот такое вот оно получилось, взбитое густое. Может, оно выглядит не очень, но оно вам очень понравится. Потому что оно очень-очень вкусное. И вам понравится точно. Вот теперь я закрываю крышкой и ставлю его в холодильник на полчаса. Оно застынет и будет еще вкуснее, и будет холодненькое. А еще можно положить еще 1 ложку сахара, и будет еще слаще и вкуснее. Спасибо за просмотр. Пока-пока!